То есть получается, ты ко мне подходишь. Ты боец или холодец? Я холодец. И то, и другое. Все вместе. Еще раз, ты подходишь. Я встречаю. И ручкой под животик. То есть получается, я встречаю локтем и добиваю. У кого это все хорошо наработано, то есть легко сбить, то можно еще немножко коленку подкинуть, либо просто легкий лоу-кик, либо коленку в ножку. То, как работает. Еще раз. Человек подходит, мы встретили. Раз движение. И, например, это движение. Я не двигаюсь, заметьте. Потому что я хочу, чтобы вы поняли, как в позиции это выполняется, а потом уже можно двигаться. Сначала, когда это получится. Еще раз, да? Вот кто так держит? Вот, чтобы тебе накатали здесь, и здесь, и здесь. Да. Движение. Раз, два и три. Вы сами регулируете. Можете раз и два. Хотя. А потом, кто получается, тот третье движение. Поехали. О, молодец, Аня. Молодец. Встретилась снизу, бац, там у шира можно. Любую. Просто непробиваемо. Старайтесь рабочие связки делать, чтобы ты встретил, допустим, да? Ты зарядил правую руку правой, сделал, как бы зарядил левую левой, а не так, что нужно, чтобы ударить, ты еще замах лишний делаешь, как бы. Чтобы максимально просто, максимально быстро, максимально одно движение из другого, ну, из предыдущего проистекает хаджима. Старайтесь попадать именно туда, куда надо, куда вам надо. Делай, когда говорят, не жди, пока 10 расскажут. То есть, если ты идешь кушать, то кушай. А не просто сидишь, смотришь, а потом, блин, я не покушаю. Если ты бьешь, то бей, попадай, как хочешь туда, сместись в сторону чуть-чуть. Но попадай, чтобы результат был, результативность. У вас будет применяться, да. Нарабатывайте то, что будете использовать, а не просто абы что в ту сторону.
должен встретить, да. При этом не хочу наклонять. Действие назад.